Уроки физкультуры состоят из набора элементов, взятых из различных видов спорта. Программа составляется так, чтобы учащиеся могли развиваться физически разными путями и пробовали себя в большом количестве спортивных направлений. Поэтому теперь с наступлением зимнего сезона дети под руководством учителей выходят на улицу и начинают постигать азы лыжной подготовки. У этого спортивного инвентаря, как и многих других предметов, есть свои предки. Так, родоначальниками нынешних лыж были специальные приспособления, которые помогали древним людям передвигаться по снегу. Первое использование лыж в спортивных целях относится к 18 веку, когда в Норвегии стала проводиться спортивная лыжная подготовка и вслед за этим первые соревнования. С тех пор лыжный спорт стал интенсивно развиваться. И теперь практически в каждой стране, особенно в тех, где земли похожи на наши, есть лыжные клубы, базы и регулярно проводятся соревнования по этому виду спорта, который тоже давно включен в список школьных спортивных дисциплин.